Любитель однозначно важен дизайн, но это все-таки я, наверное, поставил бы на второе место, потому что в первое место выходит комфорт, однозначно комфорт. Функции, новшества, технологические новшества, связанные с комфортом мебели. Потому что ритм и скорость нашей жизни становится все и все быстрее, и поэтому то время, что мы проводим дома, мы должны провести качественно, мы должны иметь возможность очень качественно отдохнуть. Вот ответ на вопрос, что нужно современному потребителю, как мы думаем. Мы ищем ощущение, домашнее ощущение, которое поможет нам вернуться домой и быть самим собой. Так каждый объект близок тебе и подходит тебе. По этой причине атмосфера и настроение, которое вы испытываете внутри пространства, это то, что вы хотите чувствовать в своем доме. Вы абсолютно правы. На вашем стенде мы чувствуем себя как дома, и поэтому на вашем стенде так много людей. Да, и это то, с чего все начинается. Потому что когда мой отец основал в 60-е эту фабрику, разница между кухнями Винета Кучино и всеми остальными была в том, что когда вы видите нашу кухню, вы мгновенно можете представить себе кухню в своем доме. Это прочная связь, которая должна быть с вашими потребностями, и мы должны быть способны отвечать наилучшим образом этим потребностям. В настоящий момент клиент ждет что-то особенное. Дизайн должен быть уникальным, но в то же время кухня должна быть функциональной. Так, люди любят какой-то особенный дизайн, но в то же время женщины также хотят иметь на кухне то, что они могут использовать. Это то, чего хотят женщины, и наши мужчины-клиенты тоже. Конечные потребители сильно отличаются по всему миру. Вы прекрасно знаете, область, в которой мы работаем, сейчас, к счастью, скажем так, пытается вернуться к жизни, восстановиться, даже учитывая, что кризис сильно повлиял на нее. Среди клиентов есть разные направления. Есть часть клиентов, которые ищут спокойные, понятные, чистые линии в соответствии со временем, которое требует больше спокойствия. А есть другие. Это противоположность. То, что никогда не умирает. Это те, которые ищут очень эксклюзивный тип стиля. Можно сказать, что это две противоположности, которые на абсолютно разных сторонах, но которые как-то все-таки пересекаются. И Скаволини пытается удовлетворить все типы потребностей. Что касается потребителей продукции Polyform, у нас есть разные типы клиентов. Обычно мы делим потребителей на два разных типа. Молодые люди, которые покупают мебель для своего первого дома,
и люди постарше, около 40-55-60 лет, которые покупают мебель во второй раз в жизни, чтобы обновить свой дом. У этих двух групп разное мнение. Первые – молодые ребята. Они ищут что-то новое, они покупают продукты, которые являются для них показателями положения в обществе. То же самое, в общем, может случиться и с людьми постарше, 50-60 лет. Они приходят в магазины Polyfor, чтобы купить наши продукты, потому что они подготовлены. Они читают журналы, смотрят продукцию в интернете. Они хотят быть на пике моды, как бы пережить вторую юность. Я думаю, это то, что он ждет. Женщины, даже после того, как они сами выбрали себе кухню, через некоторое время устают от нее. Мы тратим так много денег каждый год, чтобы менять свою одежду. Но мы не меняем кухню каждый год, даже если используем ее каждый день. Поэтому это ответ на вопрос, который, я думаю, есть у каждой женщины. Что еще? Зависит от стран. Мы продаем в 120 стран. В каждой стране свои потребности. Мы пытаемся закрыть потребности разных типов культур. Поэтому в нашем ассортименте есть как кухни с золотыми украшениями или серебряными украшениями и очень традиционными формами, так и очень минималистичные кухни, которые нацелены на разные цели. Например, наш флагманский магазин в Beverly Hills, где мы продаем очень много современных кухонь. Поэтому в зависимости от места, куда мы идем, ответ меняется. Я думаю, что в настоящее время потребитель ждет чего-то нового. Многие вещи уже были произведены, поэтому это сложно ввести какую-то настоящую новинку. Но по-прежнему в нашей компании мы ищем пути внедрения инноваций. Я думаю, у нас есть продукты, которые являются по-настоящему новыми по сравнению с нашими конкурентами. В нашей компании любой клиент может выбрать линию, которая ему больше нравится. Высокий уровень дизайна, также уникальные системы. Также мы предлагаем полный ассортимент кухонь, гостиных и спальни. В дереве, ламинатах или лакированных покрытиях. Все это в разных ценовых диапазонах. Компания Alf занимается производством с 1961 года, продавая свою продукцию в Италию, США и на российский рынок. Я думаю, что они ждут качества, хотят иметь долговечный продукт. По крайней мере, наши клиенты ждут именно этого.
Я думаю, он ждет, что это будет больше, чем просто мебель. Я думаю, они ждут расширения функции мебели. И, как в нашей мебели, вы можете разместить в ней iPod или iPhone. В этой мебели очень хорошая звуковая система, которая сделана компанией, которая уже очень-очень давно производит звуковые системы. И людям нравятся наши продукты. Например, сейчас, когда вы видите, что телевизоры становятся более и более тонкими, но звук по-прежнему очень плохой, только из-за физических ограничений, которые вы имеете. Вы не можете поместить хорошую звуковую систему в плоский телевизор. И мы просто взяли звук, вытащили эту функцию из телевизора и поместили его в нашу мебель. И теперь у людей есть то, что им нравится. Отличный звук, и при этом не видно колонок. Во-первых, высокого качества, так как мы работаем на рынке высокого качества. Затем решение для его разнообразных потребностей, и это то, что мы делаем в компании Interloop. Я отвечу в мировом контексте, потому что в каждой стране свои особенности и своя экономическая ситуация и так далее. Они ищут красивый и стоящий продукт, и мы в B&B Италии чувствуем себя совершенно уверенно в этом отношении, потому что на протяжении всей своей истории мы развивали высокое качество, обеспечивали контроль каждой конкретной детали, вводили самые лучшие материалы, при этом постоянно отслеживая, что нового есть на рынке и что лучшим образом отражает наши потребности дома. Что касается понятия «стоящий», они ожидают, что они потратят свои деньги и будут уверены, что они купили продукт, который будет им нравиться, но также и прослужит долго. Итак, здесь играет роль долговечность, но речь также идет и о стиле. У нас есть продукты, которые были введены в 1980-х, но если вы посмотрите на них, и это характеристика продуктов B&B Italia, эти модели действительно не устаревающие. У нас есть один бестселлер, который мы ввели в 1997 году, и когда вы смотрите на него, у вас создается ощущение, как будто мы вводим его сейчас. В основном они хотят пространства, функционального пространства, чтобы размещать в нем свои вещи. Затем они хотят ощущать себя лучше, что бы это ни значило. Это означает, что цвет должен быть хорошим, свет должен быть хорошим. Они хотят лучше ощущать себя в пространстве с мебелью. Ощущения становятся все более и более важными. Также они хотят современных, трендовых вещей. Ну и больше расслабляться так, как они это умеют. Кто-то больше расслабляется в новом душе. Кто-то предпочитает иметь небольшое сиденье в ванной, где он может посидеть. Есть так много разных вещей, которые они хотят иметь. Но один новый аспект, эта особенность характерна не только для Германии, но и для Германии в особенности. Население стареет. Поэтому, когда приобретается мебель для ванных, важно, чтобы она была по-прежнему удобной. Когда человек становится старше, она должна быть легко используемая, все должно быть под рукой, все должно легко открываться и так далее.